Иваново в прямом смысле процветает. Пестрые клумбы с тюльпанами появились на городских улицах и площадях с первым теплом. Их сезон уже подходит к концу, но пустовать цветники не будут. Вместо весенних высаживают летние цветы – петунии, бархатцы, бегонии. Планируется, что они простоят до самой осени, радуя глаз жителей и гостей областного центра. Всего в рамках муниципального контракта будут высажены около 140 тысяч цветов. У нас будет оформлено большое количество различных композиций цветочных. Причем работают у нас и специалисты, и студенты, которые помогают выбрать соответствующую цветовую гамму для оформления клумбы в центре города. Предстоит, конечно, большая работа, связанная с благоустройством не только центра, но и других частей нашего города. Но что радует, что с каждым годом количество цветов в городе увеличивается. Помимо обычных клумб, не так давно в городе начали устанавливать вот такие, вертикальные. Хлопот это доставляет больше. Для ухода за цветами приходится задействовать технику. Но, как признаются в городской администрации, это того стоит. Вертикальные клумбы выглядят более ухоженными и нарядными.